надо выйти на поле и занять свое привычное место в воротах. Привычно. Вот уже 15 лет он защищает ворота своей динамовской команды. 11 лет играет в сборной страны. Но каждый матч для него по-прежнему экзамен. Тревожный, волнующий экзамен на стойкость. Ведь он лучший вратарь мира. Призы, награды. За каждым из них футбольные сражения на стадионах Европы, Южной Америки, Англии, Австралии. Игры, в которых Лев Яшин приносил успех своей команде. Победы, во многом обязанные его мастерству. В Риме в матче со сборной Италии на Кубок Европы мы вели со счетом 1-0. Итальянцы получили реальную возможность уйти от поражения. Бил Мацола. Яшин взял. Посмотрите еще раз. Судьба матча решилась в броске вратаря. Матч в честь столетия английского футбола в Лондоне. Лев Яшин в сборной мира среди звезд мирового футбола против сборной Англии. Это был острейший матч. У другого вратаря каждый такой удар мог бы закончиться голом. Яшин парировал все мячи. Все до единого. Его признали лучшим футболистом Европы. Впервые в истории футбола вратарь удостоился такого приза. Вы хотите знать, почему Лев Яшин, именно он, стал лучшим вратарем? Любовь к футболу и неустанные тренировки сделали его таким. Отличные природные данные, координация движений, реакция, смелость. Но он развивал их из года в год. Занимаясь в высшей школе тренеров, Лев Яшин изучал науки, имеющие самое близкое отношение к спорту. Они укрепили в нем веру, большие возможности человека. Как истинный студент, Яшин отдает книгам не меньше времени, чем футболу. И, конечно, у него много других увлечений. После матча и подготовка к ним. Не всем известно, что высоких спортивных наград Яшин добился не только в футболе. Но футбол всегда был тем главным, что поглощало его целиком. Все 90 минут матча он живет игрой.
И чем острее, напряженнее эти минуты, тем ярче проявляются его качества вратаря. Не надо, не надо! Стоп, игрока в центре! Пить! Лев Яшин внес много нового во вратарское искусство. Руководит защитой своих ворот. Играет не только ворот, на всей штрафной площадке, а когда нужно и на поле. Не ждет. Смело выходит на мяч. Предвидит развитие атаки и точно выбирает позицию. И часто первым начинает атаку, бросая мяч свободному игроку. До конца матча он играет с полным напряжением сил. Лев Яшин продолжил традиции наших лучших вратарей Гранаткина, Хомича. Прославленные вратари мира, испанец Замора, чех Планечка считают его своим преемником. В этих письмах признание болельщиков и, конечно, любовь мальчишек. Так и пишут: Москва Яшину, знаменитому вратарю. У Льва Ивановича две дочки. Старшая Иришка не пропускает соревнований в своем пионерском лагере. А вот и награда за участие в беге. Футбольные сражения не утихают здесь ни на день, но эту игру ребята запомнят и много раз будут рассказывать о ней, ведь встречу судил сам Лев Яшин. Останется в памяти встреча с прославленным вратарем и у молодых немецких футболистов. Недавно чемпионы мира бразильцы принимали Яшина у себя в Рио-де-Жанейро. И вот в Москве он встретился со своими старыми друзьями, защитником Орландо и легендарным Пеле. Я хочу вас поприветствовать на нашей земле. Пьера Солюдаре, нуэстро Пьера. Пожелать вам успехов. Десара, эксито. После завтрашнего матча. Энкуэнтро де маняна. И лично вам хороших успехов. И, да, и персональменте пара устет и тот. Большого здоровья. Гран салют. И чтоб так же прославляли бразильский футбол, как до сегодняшнего дня. Как можно дольше. И мой маленький сувенир. Это су регалю, специальменте пара устет. Это русский самовар национальный. Теляма самовар. Okay. Eu fiquei bastante satisfeito em estar aqui com ele e a maneira com que me trataram, o povo da terra dele. Да, футбол объединяет, делает друзьями многих людей. Их тысячи, миллионы, и тех, кто играет, и тех, кто самозабвенно болеет за своих. Они могут до хрипоты спорить друг с другом, но неизменно сходятся в одном. Футбол – лучшая игра на свете. И о каждом знаменитом футболисте у них, конечно, свое неоспоримое мнение. Комментатор Вадим Синяс.
Ленинградской. Я думаю, что о нем слишком много писали, слишком много говорили. То есть не слишком, а как раз в норму. Я Яшина люблю за его человечность. Видите, у него большой вес. И понимаете, что когда он бросается на мяч, а я это рассказывал из Рио-де-Жанейро или из Монтевидео, я рассказывал это из Лондона, Парижа, Стокгольма, из Мельбурна. Понимаете, он бережет того, на кого он летит. У него великое человечество. Режиссер телевидения Виктор Виноград. Яшин отличается тем, что он, пожалуй, единственный в нашей стране, кто берет мячи из нижних углов. Нашего вратаря хлебом не корми. Пробей ему девятку, он взлетит и возьмет этот мяч. И вот снизу, если вы помните, вот с бразильцами Банников пропустил довольно несложный мяч Яшин, его наверняка бы взял первый гол. И вообще-то, с самых первых матчей, когда я видел Яшина, с первых международных матчей с Юргорденом в 1953 году, уже виделось, что это какой-то совершенно новый человек в нашем футболе. Корреспондент агентства «Франс Пресс» Жанно. Ну, я видел много батарей, но я считаю, что он на поле. Как главный режиссер, он сможет понимать самые трудные мячи и вниз, вверх. И он хорошо их распределит на поле. Торпедовец Валерий Воронин. Вольвер мне прежде всего хочет отметить, это его скромность. Это то, что его не покидает никогда. Играет ли он за свой клуб, за сборную, находится ли он в составе сборной команды или в запасе, он всегда остается простым Львом Яшиным. Это мнение надо оправдать каждый раз, в каждой игре. Любители футбола готовы восхищаться любой удачей. Но они не прощают малейших промахов. Вот почему каждая игра для него экзамен. Волнующий, напряженный. Льву Яшину 36 лет, но он не думает покидать ворота. Он слишком любит футбол. Правда, теперь неудачи воспринимаются все острее. Но долгий и нелегкий путь в спорте научил его. После поражений и после побед надо трудиться одинаково упорно. Конечно, всякое спортивное долголетие имеет свои пределы. Но жизнь в спорте не кончается, если на смену приходит ученик. Все, что умеет, Лев Яшин передает молодым вратарям. Сами стоял он вот так у ворот, неустанно учась у опытных вратарей. Сейчас он тоже подолгу следит за игрой, чтобы потом подсказать и помочь другим. Но каких бы высот не достигли молодые вратари в большом футболе, мастерство Льва Яшина всегда будет для них заветной мечтой.